Варим картошечку. Вот у нас маслица тут стоит, ждет. Она будет с базиликом у нас сегодня. Так, и сейчас я буду клубничное мороженое делать. Клубничное мороженое. У меня там сливочки охлаждаются, стоят как раз. Столько будет достаточно. Это молочко для картошечки. Клубничка будет сейчас вообще обалденная. Самое настоящее натуральное клубничное мороженое. Мне это мороженое напоминает что-то вроде чистой линии. Мне кажется, это вообще самое, наверное, натуральное и вкусное мороженое, которое у нас есть. Ледяная. Основная и самая большая работа, которая предстоит, уже началась, это процесс вот так вот. Называем. 200 тысяч километров автомобиль использовался в такси. Вот так. Соответственно, опять же, нужно отдать должное владельцу, что за автомобилем ухаживали, но все равно. Буду. Ой. Это одна история, но не подавить чисто салон, это совершенно другой вопрос. Буду делать дальше. Наборка покрытия, потолок, все кожные элементы из салона этого автомобиля мы почистим с использованием дезинфекционных средств. И финально, после очистки, вскроется определенное повреждение на коже, которое некоторые видны сейчас, некоторые могут видны потом. И мы сделаем реставрацию кожи, которая потребуется лишь. Вот видно? Хотя в неделе, хотя на огромное количество работы, сделали ТО, текстурное, то есть сделали детейлинг, почистили работу. Сейчас фотку разберем. Я уже запутался в том наборе работ, которые должны были сделать. Но я думаю, сейчас Евгений придет, ему все объяснят. И надеюсь, что ему все понравится. Так что ждем Жеку. И ждем его реакцию. Сделаю фоточку моего мороженого. И маленькое видео. Красота. Еще немножечко осталось.
что, мороженого, кажется, очень много получилось. Выглядит оно вот так вот. Сейчас ложечку возьму. Вот такое вот оно, мягкое мороженое. Вот даже кусочек, о, вот этот надо пробить, кусочек клубники. Еще, еще несколько чувствую. Мне надо добить их до конца. Это слишком крупные. Очень вкусно. Ну вот я несколько раз, в общем, вот так клубничку там протолкнула. А потому что там были крупные ягодки, взбила их, перебила. Сейчас буду накладывать. Я вообще люблю именно в свежем виде его есть. Не подмораживаю его больше, но, в принципе, можно и заморозить. Но я вот люблю мороженое именно в мягком виде. То есть, когда я покупаю его в магазине, я его тоже немножко подтаплю. Иногда даже в микроволновке, если честно. Это просто волшебно. Просто волшебно. Класс. Сейчас покажу поближе. Вот такое вот оно получилось. Нежного розового цвета. С клубникой. Густое, хорошее, вкусно. Так, мне вторая ложечка нужна. Картошка пока особо кипеть не думает. Вот эта вот консистенция мягкого мороженого, это просто моя любимая любовь. Любовная любовь. Еще и такая полезная, такая вкусная. Так, Сережечка, держи мороженое, пожалуйста.